Ну, в мае это нормально. Тем более в условиях кризиса, в условиях экономического спада, пускай уж лучше люди картошку сажают, чтобы было что осенью есть. А вот в новогодние праздники практически полторы недели — это идиотизм. А на майские самое оно. То есть я считаю, что это правильно и нормально. Тем более, что в кои-то веки на мой день рождения пришелся выходной. При советской власти не было случая, чтобы мой день рождения был нерабочим днем. Было два дня в советском календаре, которые никогда не были выходными днями. Это 5 и 6 мая. Их кидали либо туда, либо сюда. Так что, в общем, меня вполне устраивает, что на этот день пришлась Пасха.